Сделал утреннюю зарядку, получил прилив бодрости на весь день. 15 минут выполнения упражнений ежедневно укрепляет иммунитет и простуды беспокоит гораздо реже. Так считают врачи и стражи порядка. Этот день в лагере «Солнечный луч» ребята провели вместе с профессиональными спортсменами и полицейскими. Зачем просто рассказывать о преимуществах здорового образа жизни, решили профессионалы. И не только провели большую разминку, но и научили детей основам борьбы. Воспитание здорового поколения, молодежи и вовлечение детей в занятия спортом и вообще придача этому, ну такой, как для детей, модной окраски, вообще это позитивный момент, так сказать. И поэтому я добровольно участвую в таких акциях. В акции «Зарядка со стражем порядка» Сергей Павлов участвует уже второй год. Спортом занимается с детства. И сегодня продолжает принимать участие во всероссийских соревнованиях по кудо. Для Сергея это не просто хобби. Быть в хорошей спортивной форме обязывает профессия. Своим опытом он с удовольствием делится с подрастающим поколением. Чтобы они в дальнейшем, если видят, что сотрудник полиции, там, может быть, они выберут именно данную профессию, встанут на защиту своих близких, родины. Каждая акция «Зарядка со стражем порядка» – это всегда новая разминка и показательные выступления сотрудников полиции. Нам показали боевые искусства, которые проводят некоторые сотрудники полиции. И мы узнали то, что в полиции работают люди, которые и поют, и занимаются каким-то творчеством. Чтобы противника можно было защититься и как бы нанести удар противнику было. Мы вообще не ожидали, что такое будет. Никто из участников акции не остался равнодушным. Ребята поблагодарили гостей за захватывающие показательные выступления и за заряд бодрости на весь день. А полицейские пожелали детям хорошего и безопасного отдыха. Анастасия Крикун, Анна Бережная и Андрей Макаров. Новости на Восьмом.